Підписати декларацію можна протягом року, тож поспішати не потрібно, але і зволікати не варто. Лікар може відмовити через те, що вже набрав необхідну кількість пацієнтів. І далі про початок медичної реформи будемо говорити із гостем нашої студії. Сьогодні це заступник директора Департаменту охорони здоров'я міської ради Юлія Віклієнко. Доброго вечора, наші гості. Добрий вечір. Здравствуйте. Итак, давайте подробнее, насколько готовы сегодня наши первичные, так сказать, да, медучреждения к старту вот этой первой волны? На наше лечебное учреждение все центры первичной помощи готовы к старту кампании выбора врача. У каждого врача есть свой компьютер, каждая амбулатория подсоединена к системе интернет. Каждая? Все... Уже на сегодня есть? Да, на сегодняшний день каждая амбулатория. То есть у нас 73 амбулатории, и в каждой амбулатории есть доступ к системе интернет. И каждый центр подключен к электронной системе Министерства здравоохранения для того, чтобы начать. Ну вот лично была свидетелем, когда вот отвечали в регистратуре, нет интернета, когда подключат, тогда будем регистрировать. Я понимаю, что это начало, возможно, да, будут какие-то изменения там в лучшую сторону, но вот если нет интернета, собственно, и нет тогда и базы, и нет данных. Да, действительно, бывают какие-то технические поломки. Первый день есть проблемы, которые мы стараемся устранить для того, чтобы не было ажиотажа, чтобы все пациенты могли сделать свой выбор. Если такая ситуация случается, я уверена в том, что доктор объяснит и пригласит пациента, например, на следующий день или созвонится с ним, потому что каждый доктор имеет телефоны своих пациентов, сам пациент имеет телефон доктора, они обязательно свяжутся и пригласят пациентов в удобное для них время, и когда работать будет система. А что сейчас происходит? Сейчас происходит регистрация пациентов или уже с ними заключают договоры врачи? Вот я видела, что происходит регистрация в электронной системе, вот это Healthy, да, по-моему, она называется. То есть, ну, у нас множество людей, у которых нет дома интернета, да, у которых нет дома компьютера. Что им делать? Они должны прийти в больницу, в поликлинику и там что-то предъявить, их внесут в эту систему. Правильно? Ну, чуть-чуть вы неверно говорите. Нет, хотела вас поправить по поводу самого механизма выбора врача. Да. Если пациент уже определился с выбором, он непосредственно обращается в амбулаторию, где работает врач, записывается к нему на прием. Если у него есть интернет и есть доступ к интернету, он может воспользоваться нашей системой электронной регистратуры и записаться онлайн. Попадая на прием, нужно взять обязательно с собой паспорт, идентификационный код, если это ребенок, то свидетельство о рождении. В электронном варианте, заполняет врач вместе с пациентом саму декларацию, распечатывает, пациент проверяет правильно заполнение декларации. Дальше печатный вариант один отдает пациенту, один оставляет у себя. То есть есть варианты, если у человека нет доступа, он может непосредственно обратиться в регистратуру и записаться на прием, именно записаться на прием к врачу. Не саму вот декларацию. Этот талончик бумажный, как вот это было раньше, да, а именно записаться в системе, вам скажут номер. Нет, это не есть система, все-таки он непосредственно в регистратуре, ему выдают талончик или говорят просто время, на которое можно подойти к доктору. И непосредственно в кабинете доктора, и сам доктор вносит всю информацию о пациенте в декларацию. Так, как происходит выбор врача? Вот мы огласили о том, что это происходит добровольно, вот какого хочу, такого и выбираю, или того, кто есть в списке данной поликлиники только. Вот те, кто вот я прихожу, там есть перечень фамилий, вот из них я могу выбирать, или я могу пойти там в другую поликлинику, в частную клинику и выбрать себе врача и заключить с ним договор. Расскажите, как это происходит правильно. Естественно, вы выбираете, если вы выбрали уже амбулаторию, в которой вы хотите наблюдаться, вы выбираете из тех врачей, которые работают в этой амбулатории. Да. Если вам что-то не устраивает или слишком далеко расположена амбулатория, вы можете найти то лечебное учреждение, то есть амбулатория, которая вам подойдет, и также ознакомиться со всей информацией, она предоставлена и на стендах, и в регистратуре о врачах, выбрать врача и заключить с ним декларацию. Очень важный вопрос. В поликлиниках сейчас, видела сама, требуют, если этот доктор не по месту твоей прописки, требуют открепиться по месту прописки и пойти тогда уже выбирать любого доктора. То есть если я, допустим, прописана по одному адресу, а проживаю по другому, прихожу и выбираю доктора по адресу, по которому я проживаю, у меня просят открепиться по месту жительства
и прийти сюда. Нужно ли это делать? Что значит открепиться? То есть нужно, а если человек прописан, я не знаю, там где-то в селе где-то, ему нужно ехать для этого, идти в районную поликлинику, где он прописан, брать какую-то бумажку и потом нести ее. Да, действительно, куда? До 2 апреля была такая система, и нужно было открепиться из места регистрации и прикрепиться к тому месту, например, где вы проживаете сейчас. Если вы изменяете врача, то вам нужно также поступить, открепиться там, принести открепительный талон и прикрепиться к новому врачу. Со 2 апреля мы начали все с нуля, то есть старт кампании. Вы выбираете врача, вам не нужно приносить никакие дополнительные документы в плане как открепительного талона, заключить с ним декларацию, то есть заполнить декларацию, подписать, и это уже означает то, что вы будете наблюдаться у этого семейного врача. Соответственно, семейный врач будет вести вас, оценивая состояние здоровья и так далее. Ни прописка, ни регистрация не влияют. Если человек приехал, он прописан в Киеве, а живет здесь. Нет, да, не имеет значения по месту фактического проживания. Угу. И еще раз уточните с частными врачами. Вот была информация у нас. Могу ли я, например, своим семейным врачом выбрать доктора, который работает в частной поликлинике? Ну, могу сказать, прокомментировать... Приказ Министерства здравоохранения, да, там прописано, если сама частная структура, лечебное учреждение изъявит желание участвовать в этой кампании, вы можете. В рамках того, что я работаю в департаменте здравоохранения, нам подчиняются только центры первичной помощи. Бюджетной. Да, бюджетной организации. Вы можете обратиться только в центры, я за них отвечаю, я могу рассказать о самой системе только в центрах. Вот очень важный вопрос. Всем очень хочется, чтобы было как за границей, чтобы человек пришел, не нужно было ему носить эту толстую карточку там с какими-то анализами, с какими-то историями, чтобы там доктор открыл компьютер, и там была вся история. Да? Ну, естественно, нужен какой-то доступ, да, эта система должна быть разработана. Будет ли такое и когда будет, чтобы вот, там, сделал УЗИ, сдал анализ, все туда, а не бегаешь там, собираешь бумажечки, как раньше это было? На данном этапе у нас существуют в бумажном варианте амбулаторные карты. Они все находятся в регистратурах или в кабинетах врача. И если вас направляют к узкому специалисту, вы вынуждены взять амбулаторную карту в бумажном варианте, пойти с ней. Все анализы подклеиваются в амбулаторную карту. Сейчас на данный момент так и есть. Да. В дальнейшем будет или сейчас даже разрабатывается амбулаторная карта в электронном варианте, будет определенный доступ, не все будет доступна информация, которая будет храниться в этой амбулаторной электронной карте. Я думаю, что все впереди, и у нас будет возможность воспользоваться, когда? Я уверена, да. Сроки я вам не скажу однозначно, потому что ни в министерстве, не прописаны никакие сроки, поэтому... Как с узкими специалистами? То есть вот мы с семейным доктором определились, мы заключили договор и ходим к нему. Если нужно пойти не к терапевту, не к педиатру, не к семейному доктору, а, например, там, к гастроэнтерологу, к узкому специалисту или там, ухо-горло-нос. Как происходит попадание на прием к узким специалистам сейчас? Сейчас и вчера все пути сводятся к семейному врачу. Семейный врач оценивает организм в целом, и если есть необходимость направить вас к узкому специалисту, он выписывает направление, и вы посещаете узкого специалиста. В дальнейшем семейный врач назначает лечение, конечно, с учетом того, что назначил узкий специалист, потому что только он видит всю картинку в целом и может оценить в целом ваше состояние здоровья. Очень важно стать на учет к семейному врачу, к терапевту, а не наблюдаться только узкого специалиста, только с данной проблемой. То есть важно, вот, чтобы люди понимали, если что-то болит в организме, нужно идти сначала к семейному доктору, к терапевту. Да, очень важно понимать, что... Нужно идти к семейному врачу, и семейный врач уже определит ваш маршрут дальнейший. Если так происходит, мы сказали, что в течение года будет проходить подписание договоров. А если все-таки человек пришел, а у доктора, который там ему удобен и желаем, уже нет мест, что ему делать? Выбирать из того, что осталось, или настаивать, или больше, чем можно, доктор не возьмет, да? В любом случае, да, доктор не возьмет больше пациентов, чем можно. Я бы хотела отметить о том, что не выбирать из того, что осталось. У нас каждый специалист, это не первый вопрос, вы не первый нам его задаете. Каждый специалист профессионал своего дела. Поэтому я уверена, что будет возможность выбрать другого врача, такого же профессионала, который будет вас устраивать, которым будет у вас доверительные отношения. Поэтому... Идем к другому. Однозначно. Давайте еще раз уточняем, что нужно для подписания договора и куда идти, и спешить ли,
не спешить, определились, в течение года это делаем. Но да, думаем. Безусловно, 2 апреля это не есть единственный день, когда будет возможность сделать выбор и подписать декларацию. В течение 2018 года вы можете определиться с выбором. Единственный момент я хочу обозначить то, что не игнорируйте возможность выбора врача. Это очень важно, найти своего врача, которому вы будете доверять и который будет доверять вам. Нужно взять с собой паспорт, индикационный код, как я уже сказала, определиться с выбором и однозначно подойти в амбулаторию на прием, заполнить декларацию. На прием, не в регистратуру, а к доктору. Да, то есть путем или в регистратуру записаться на прием, или воспользоваться нашей электронной регистратурой. Непосредственно на приеме заполнить декларацию, подписать и в дальнейшем уже наблюдаться у своего семейного врача. А много уже людей сделали это? Есть уже заключенные? На данный момент нет у нас данных. По сегодняшнему дню единственный это доктор, который был у нас видео, 10 человек в течение часа было уже. Ну что, спасибо. На сегодня пока все понятно. Будут сложности, будут вопросы. Будем обращаться к вам. Обязательно обращайтесь к своему семейному врачу. Спасибо за участие. Я ще раз дякую нашій гості. Юлія Віклієнко, заступник директора департаменту охорони здоров'я міськради, була у нас у студії. Ми говорили про початок медичної реформи, про те, як треба заключати договори із сімейними лікарями.